Состояние. Мы летали на капсуле, которая была прикреплена к специальной конструкции, которую мотало, расшвыривало, мы были прикреплены, и у меня было полное ощущение, что я проскакал просто несколько месяцев на коне. Ту атмосферу, которую создает Бондарчук на съемках, сейчас, я думаю, не создает никто. Создать кино такого уровня технологического на сегодняшний день в нашей стране не может никто. По словам создателей фильма, после «Притяжения» никто и не думал, что к теме еще вернутся. Идея вторжения родилась только через несколько месяцев после успеха, который показала эта фантастическая история в стране и за рубежом. За последнее время это, вот, скажем, не просто абсолютное попадание в зрителя. Вот. Хороший коммерческий успех нет. Для меня самое важное – тот месседж, вот тот потрясающий совершенно месседж, который заложен там и который невероятно важен сегодня, а он абсолютно к молодому поколению. Съемки фильма велись в Будапеште, Калининграде, Москве и на Камчатке, а финал переписывался как минимум 10 раз. Каким он будет, зритель узнает уже в самый первый день Нового года. Сергей Семенов, Максим Лапин, «Вести», Петербург. Это были «Петербургские вести». Далее необычные тайны следствия из прошлого века. Приятного вам вечера и всего доброго. Здравствуйте, начнем. www.rtr.spb.ru. С нами. Вы в центре событий.